Всем привет, друзья! Как видите, у нас снег пошел. Вчера вечером снегопад хороший был. Вот сколько? Сантиметра 3, наверное. Сегодня тепло, но начинает все таять. Надеюсь, назад все растает и потеплеет. Друзья, в общем, мы приняли такое решение. Подумал и решил, не будем колхозить, действительно. Вот все, амортизаторы новые поставил. И вот это все дело не буду уже колхозить. Буду заказывать. Ну, мы заказали с Омска. В Омске есть такой наш очень хороший знакомый, дядь Гена. Дядь Гена нам помогает во всех делах. Я спрошу у него, если он разрешение даст, то номер его ж не тоже оставлю. В Омске кому что надо, обращайтесь, очень хороший человек и поможет каждому дальнобойщику, чем сможет. Он знает в Омске все магазины и очень хороший человек. Спасибо, дядь Гена. Мы заказали у него, а привезти нам привезет один наш тоже знакомый коллега. Брат, можно сказать. Спасибо тебе, Сафар. Его зовут Сафар. Если он смотрит это видео, тебе тоже спасибо большое. Сафар находится сейчас в Томске. Загрузит лес и в обратном пути уже с Омска заберет запчасти. Вот такие вот дела. Не знаю, это дело, когда приедет к нам. Ну, надеемся, чтоб все прошло хорошо. Чтоб все машины доехали до дома, все нормально. Сейчас говорят, в Караганде все закрыто, все метет. Все это дело мы будем ставить все новое. И все, что я могу еще сказать. Энергачи тоже я смотрел. Дмитрий Америка, он говорил, что можно их ремонтировать. Скорее всего, это все будем покупать новое, потому что там все ржавое. Я думаю, здесь не стоит их ремонтировать, потому что они ржавые все. Надо один разобрать. Я сейчас хочу один разобрать и посмотреть, можно ли это все дело сделать или все же купить новое. И оказывается, у меня здесь амортизаторы неправильно стоят. Один должен, передняя ось должна крепиться сверху, на верхней. Крепление. А здесь, а сзади, он должен на нижний. Мы, походу, неправильно собрали. Тоже это дело все устраним. Пока все, друзья. Пока машина стоит на пеньках. Посмотрим, как заведется. Вчера было минус 10. Сейчас минус 5. Сейчас заводим. Как видите, не завелась. Сейчас еще раз попробуем. Чтобы... Завелся, но эти аккумуляторы тоже потом будем все делать. Пока не до аккумуляторов, пока другими делами заняты. Это дело, конечно же, тоже будем устранять. Видите, чуток похолодало и все сразу, уже еле-еле заводит. По-моему, он даже на одном аккумуляторе заводит. Все, завелся Каменск. Друзья, у кого Каменск 15-й, смотрите, давление масла на холодную. Это нормально или это хорошо? Пишите в комментариях, кто знает. И сейчас двигатель нагреется, еще будем это давление тоже сниму, сколько будет на горячем. Друзья, в общем, пока стоим, пока ожидаем запчасти, ждем, пока приедут
новые детали. Друзья, я еще заказал на капот трос, вот этот тросик, который защелкивает и отщелкивает кабину, ой, капот. Тоже может сейчас дядя Гена поищет, найдет, тоже отправит. Ну пока все, всем спасибо, кто подписался на наш канал, кто подписан, всех благодарю. И кто не подписался, не забывайте подписываться, друзья. В общем, друзья, всем пока, всем удачи, кто на дорогах. А мы ждем запчасти, ждем детали, чтобы все это дело собирать уже как надо. А то действительно не будем как колхозить, там много чего надо. И сальники, и шайбы, и бабочки там, все в сборе уже соберем, возьмем, денежку заплатим. Ну зато все уже будет как положено, как по заводскому. Пускай сколько будет ходить, посмотрим эти кулачки. Потом их, может, еще поменяем. В общем, друзья, на пока все. Всем спасибо, всем удачи, кто на дороге.